Ну что ж, друзья, наступает достаточно ответственный момент. Определение победителя. Спасибо. Итак, что у меня в руках? Шумомер. Итак, с помощью этого незамысловатого предмета мы определим победителя. Но прежде я попрошу всех участников подняться на сцену. Итак, я буду поочередно называть... Нормально. Он не должен победить. Итак, я буду поочередно называть имена участников, и вы должны наиболее понравившимся вам подарить свои овации. Тот, кто получит самый громогласный, который услышит в администрации, и станет победителем. Итак. Что? Подарок. Это про подарок, то, что было. Все. А кто? Кто это был? Не все, что кричу. Итак. Что ж, начинаем. Наверное, с отсутствующего. Наказание. Терновой Олег. Так, готовы? Все нормально. Следующий участник. Александр Мацура. Третий участник – Всеволод Щербинин. Четвертый по порядку, но первый выступающий – Яковлев Роман. Та единственная, которая скрасила эту суровую мужскую компанию – Лидия Зиновьева. Человек, чья фотография будет стоять на слове «ботаник» в словаре. Алексей Ваганов. Сами себе не хлопайте. Сразу больше. Проверим. И наш последний претендент. Гладких Даниил. Подсчета. Важный момент. Барабанный друг. Да ладно. Итак, я думаю, я вижу цифры. Вы мне доверяете. Вы сюда пришли. Итак, друзья, поговорим ли я, у него была такая скромная, но важная роль по музыке, и также он помогал все непосредственно это организовать. Илья, спасибо. Спасибо всем, что посетили наше скромное мероприятие. Итак, начинаем по списку. Щербинин Всеволод, 90,2. Яковлев Роман, 92,5. Мацура Александр, 92,8.
Мы пропустили Тернового. 85,8. А теперь внимание. Второе место. А, нет, еще не все. Лидия Зиновьева. 98,1. А теперь второе место. Ваганов Алексей, 102,3. И наш победитель Гладких Даниил, 107,7. Уважаемые друзья, спасибо, что вы пришли. Спасибо, что это... Вот это значит основной инстинкт. Спасибо, что вы поддержали нас. Спасибо, Алексей. Спасибо совету молодых ученых, которые помогли нам организовать это мероприятие. Надеемся, что мы еще с вами не раз увидимся. Приходите, подавайте заявки, участвуйте. Наука – это круто. Я речь не буду двигать. Спасибо, потому что опять выиграли варяги из Новосибирска.